В эфире новости с севера Башкирии. В Башкирии проверяют водителей. Сотрудники ГИБДД выявляют нетрезвых водителей и нарушения ПДД. Такие проверки будут проводиться регулярно. Роспотребнадзор по Башкирии представил статистику ВИЧ-инфицированных. За 30 лет выявлено более 30 тысяч человек. Показатель заболеваемости по Башкирии составляет 54 на 100 тысяч населения. Статистику подвели ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. Его отмечают 1 декабря. В этот день Роспотребнадзор организует горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Звонить можно с 10 до 16 часов по телефону 8 800 790 30. Нефтекамское шоу-студия «Жасмин» выступила на открытом Кубке Республики по восточным танцам. Он прошел в Уфе. В соревнованиях участвовали около 500 человек. Участники соревновались в мастерстве восточного и этнического танца. Нефтекамцы завоевали 6 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медали. Помощник депутата Курултая Республики Ралиф Рахимов встретится с жителями Татышлинского района. Прием состоится 29 ноября с 11 до 12.00 в здании администрации. Врачи, полицейские, специалисты Управления образования и прокуратуры Дюртюлинского района ответят на антикоррупционные вопросы. Задать их по телефону 6 декабря смогут все жители. Школьники из Дюртюлей представили роботизированный автомобиль на республиканском этапе инженерной олимпиады. Участие в ней приняли около сотни ребят. Дюртюлинский район представляли ученики трех учебных заведений. Команда лицея номер 2 заняла первое и второе место за командную работу и свою разработку. В Янаульском районе под колесами иномарки погибла женщина. Несчастный случай произошел на 37-м километре трассы Нефтекамск-Янаул. 48-летний водитель автомобиля Toyota Corolla совершил наезд на 44-летнюю жительницу Янаула. Со слов водителя, женщина переходила проезжую часть в неустановленном месте. В результате пострадавшая скончалась до приезда скорой. Ведется расследование. В связи с промывкой инженерных сетей холодного водоснабжения в Янауле с 28 по 30 ноября возможны перебои с поставкой холодной питьевой воды. Проделанные мероприятия приведут к изменению показателя цветности воды. В этой связи дирекция Янаул-Водоканал просит иметь запас воды в дни производства работ. Она приносит свои извинения за причиненные неудобства. Ребята из Благовещенской библиостудии «Семицветик» приехали в Уфу на мастер-класс для одаренных детей. Его организовал журнал «Бельские просторы». Наши ребята занимаются творчеством, литературным творчеством. Также у нас они юные журналисты. То есть они сами собирают материал, сами пишут, включая статьи, рассказы, стихи, и публикуют это в своем журнале. Журнал называется тоже «Семицветик». Ребята посетили типографию, а после пришли в гости к нам, на республиканский телеканал ЮТВ. Дети познакомились с его сотрудниками и даже сами попробовали зачитать новости. Митрополит Никон посетил Благовещенский район. В селе Николаевка он осветил кресты, купола строящегося храма в честь святителя Николая Чудотворца. Очень понравился ваш офис и, к примеру, читать новости. Я не думаю, что это сложно. Самое главное – иметь хорошую подготовку. И также веселая атмосфера того, что находится в офисе ЮТВ. Я здесь просто уже был и уже удивлялся. А удивляться есть чему. Прийти на экскурсию можете и вы. Сотрудники телеканала ЮТВ раскроют для вас магию телевидения. Телеканал ЮТВ проводит увлекательные экскурсии. Гости в нашей экскурсии могут окунуться в мир телевидения, узнать, что такое телевидение, узнать о том, как создается оно. Вы узнаете, что такое суфлер, хромаки. Побываете в нашей студии, где записываются прямые эфиры, а также познакомьтесь с профессиями, такие как телеведущий, оператор, монтажер, редактор эфира.